по уши в кредитах. Поэтому и советую, лучше не стоит. Вот. До сих пор расплачиваемся. Брал в основном на житейские какие-то проблемы там. Вот. Ну, на машину еще, да? На автомобиль кредит, на свадьбу кредит. Брала. А на что? На одежду себе, на шубу. Ну, мы всю жизнь без кредитов прожили, поэтому не люблю кредиты. Да, брали кредит. А в прошлом году, как говорится, потребительские и рассчитали за 5 лет. От телефона до квартиры. Большой процент переплачивали? Конечно, большой. Можно 3 квартиры, 4 купить за эти деньги. Поэтому мы вовремя от всего избавились и решили больше никогда в жизни кредиты не брать. Просто так от нечего делать брал. Вот лучше пускай этого опыта не будет, вот честно. Лучше без кредита, лучше где-то поработать, немножко денег заработать. На кровати брали. Но переплата бы, да, была бы большая. Я знаю, что кредиты – это мерзость пред Богом. В долгах жить нельзя. Мы не знаем завтрашний день, и нет стабильности в работе. Так что это опасно – быть в кредитах. Вы никогда не брали кредит? Но нет. Ну, как-то было я это этому агенту, когда квартиру покупали, агент, на агента 100 000 мы брали.